Здравствуйте, друзья! Такое предпраздничное настроение, воскресенье у нас. Венок от Санта-Клауса уже с Крисмасом поздравили нас. И елочка наряжена, все готово к празднику. Ну и, само собой, какие под елочку от Деда Мороза подарки. Давайте глянем. Ну вот такая у нас елочка, настоящая, супер, запах, ели, поливаем водой, все классно. Так, подарки. Подарки у нас вот такие. Это к чаю сладость итальянская. Это тоже сладости у нас. Это как бы нам подарили. Здесь подарочек жене я сделал. И покажу, что там. Смотрите, ребята, как без ложек, без наборов и как без хороших ножей на кухне работать. Точнее, трудиться готовить пищу. Вот такие три набора. Очень хорошая фирма с этим человечком. G.I. Henkels. Очень хорошая. Вот такие наборы на 12. И вот, что самое интересное, вот такой набор из 13 штук. Это из дамасской стали ножи. Давайте покажу вам. По-любому надо их распечатывать. Жена наблюдает за мной. Это она должна распечатать. Значит, вот такая подставочка. Там больше ничего нету. Ух, какое дерево. Тяжело, тяжело. Бляная, капец. Вот такая подставочка. Для ножей. Какого-то красного дерева, не знаю, что же за дерево. И вот ножи они, ножи. Ох, ничего себе, вот это да. Каждый ножичек вот так запакован аккуратненько. Как он на свет показать? Смотрите. Такие легенькие. Дамасская сталь. Ручка офигенная. Так удобно держать. Не, ну ножи есть ножи. Вот такие ножички. Вот такой наборчик. Дальше. Это... Что это такое, жена? Ну, объясни. Салатница. Ну, вот такая салатница. Овощи можно, фрукты ставить. Овощи, фрукты. Ну, короче, вот такая салатница. Вниз ставится лед, а сверху вот салат. Ну, интересно. Очень интересный набор. Вот, как бы так. Ну, для... Все нужные вещи для нашей семьи. Вот оно. Вот она елочка. Телевизор. Камин. Тоже украсили. Там дальше квартира. Это как бы гостиная. И она вместе с уголком кухни. Вот такое
интересное решение. Комната очень большая. Еще можно вот такая кухня. Я покажу вам. Огромный холодильник, так, микроволновка, всякие необходимые вещи. Вот. Вот так, ребята. А снимал я, конечно, через зеркало. Интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. С наступающим Новым годом вас. Всех благ. Всего-всего доброго. Здоровья крепкого. Всем пока. Ставим лайки. Пишем комментарии. Всем спасибо. Пока.